Чему так радуется? Рада. Ой, какая красавица. А Жорка их ест. А ну как можно таких красавиц? Ну хотя... Положение обязывает. Да, в принципе, мы же тоже и рыбок едим, и все красивых. Ну вот, видишь? А папка уже съел бы. Ах, и рада, а? А Виктория их не боится брать в руки. Да ладно, давай. Что? Холодненькая, да? Да. Ой, ой, какая. Я в детстве их десятками так маленьких брал в руки. А недавно, он, помнишь, с тобой были в этом Пятигорске там. И даже удавчика взял. Ну что, что, что? Ой, да ты поймала, ты, конечно. Что, будешь есть? Опусти так, как она попрыгает. Сейчас заиглот и все. Да нет, ты что ж она... Нет, она... Она с ней подружится. Ой, смотри, Вик, она туда сейчас залезет. Быстрее лови. Бегом, бегом. Ну все, давай, лезь рукой. Ну лезь, ну ты че? Сейчас упадет в подвал. Вот она, вот да она. Да нету ее. Ну вот она зеленая. Да нету там ничего, она уже ускакала. Ну ты молодец. Все, будет свистеть. А там дырка, слышь, подвал. Иди. Ну все, теперь у нас одним жильцом стало больше. Что ты будешь делать? Вон дырка есть. Видели? Туда упала или... Там тоже не видно ее. Все. Упала, наверное. В яму. Да, а ты иди писай, я сейчас надуешь. Будет жить теперь в подвале. Иди, ты же собралась писить. Виктория тебя вывела. Иди, выводи ее. Ну что. Теперь у нас на одного члена стало больше. Нет, тут ее не видать. Ну, все появится. Вот так ночью буду спать, она мне на лицо прыг. И ква-ква-ква. Ну что, познакомилась с лягушкой? Пойдем на улицу. Иди. Выходи. На улице, потому что дождь идет. Слышите? Вот они и прибежали, лягушки, к дому.